Привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала Moral Life. Сегодня мы с вами отправимся в торговый центр Mesa Plaza. Посетим магазин Паша Бахче и сделаем обзор покупок. Располагайтесь поудобнее, мы с вами отправляемся в тур по магазину Паша Бахче. При входе очень красиво украсили елочку и потолок. Не смогла пройти мимо и хотела поделиться этой красотой с вами. А еще некоторые дни в этом торговом центре играют профессиональные музыканты на фортепиано. Но, к сожалению, сегодня не было такого музыкального сопровождения. Теперь можем направиться в магазин. У входа в Паша Бахче вместо классической елки креативно придумали елку из фужеров. Для любителей сериала Star Wars предлагается такой шлем за 4650 лир. По сегодняшнему курсу это примерно $250 США. Нам приглянулись такие фужеры на тоненькой ножке. Цена у них 865 лир. Цены в этом магазине указываются за одну единицу, то есть один фужер стоит столько. Этот красный фужер стоит 895 лир. Также из этой коллекции есть такие гранаты, как символ изобилия. И ваза. Все еще продолжается новогодняя тема. Сейчас можно купить новогодние комплекты, кто не успел. Нам понравилась эта красная вазочка. Такие цветные стаканчики, чашечки. Красные с зеленым, как символ Нового года. Кроме красного сочетанием с зеленым, некоторая продукция отделана золотистым покрытием. Как вы видите, стаканчики с золотистыми звездочками. Тут уже более традиционный вариант. Клеточка, красные, зеленые чашки. И также здесь есть такое послание. Хаят энгюзель хедие. То есть самый хороший подарок – это жизнь. Теперь мы хотим показать вам такие графинчики, они мне очень понравились. Потихонечку есть отголоски ко дню Святого Валентина. Плавно направляемся в отдел детской посуды. Здесь очень красочные рисунки использованы на тарелочках, на чашечках. Представлены красивые рамки для фотографий. Все для детей. Этот магазин славится своим стеклом. Здесь вы можете найти очень большой выбор фужеров, ваз и остальных стеклянных изделий. Некоторые изделия абсолютно сделаны ручной работой. Поэтому некоторые изделия по ценовой категории намного дороже, чем остальные. Производство этой марки основано в 1935 году. И в 1960 году она первый раз продала свою продукцию в США. История этого бренда настолько давняя, что она ассоциируется с Турцией. Нам приглянулись эти стаканчики для кофе. Также мне нужны были подставки для стаканчиков для питья турецкого чая. Они мне понравились, и я их забрала с собой. Также в этом магазине вы можете найти графинчики и баночки для хранения круп. Есть разнообразные расписанные изделия. На этом мы завершаем наш тур по магазину Паша Бахче и отправляемся подышать свежим воздухом на террасу. Здесь можно попить чашечку кофе и насладиться вечерней Анкарой. После приятной паузы от шопинга плавно переходим на обзор покупок. Мы купили фужеры, салатницы, тарелочки. Сейчас будем все вам показывать. Это комплект. Здесь можно пить шампанское. А второй комплект фужеров предназначен для вина. В этой тарелке очень удобно сервировать закуски, сыр.
Нам очень понравилась эта коллекция с зеленым стеклом. Так они выглядят. Также хочу обратить ваше внимание на эти тарелочки в виде ракушек. В них очень удобно сервировать закуски, суши. Миниатюрный карав мы купили. Вот эти стаканчики так выглядят с зеленым стеклом. И просто фужеры. А это фужеры с серебряной отделкой. Создают праздничную атмосферу. Маленькие стаканчики с зеленым стеклом будем использовать для кофе, а которые побольше для чая. Это был краткий обзор покупок от магазина Пощабахче. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующих шопинг-блогах. Оставьте комментарий, какой магазин вы бы хотели посетить с помощью моего YouTube-канала. Ну а я завершаю свой шопинг-блог магазина Пощабахче этим прекрасным набором для турецкого чая. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал Maral Life и поставить лайк под это видео. Пока-пока!